Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я нахожусь в городе Магнитогорск. Гуляем. Покажу вам город. Нахожусь я вот сейчас на площади перед вокзалом. Посмотрим. Посмотрите, какое здание вокзала в Магнитогорске. Старинные здания, архитектура такая интересная. Они все в те годы однотипные такие строились. Пройдем сейчас, посмотрим город. Такая скульптура стоит на привокзальной площади, посвященная рабочему. Нормальная. В общем-то, это и не памятник, а скульптура рабочей, создана в 58 году. И, в общем, она много в разных странах стояла. Читайте. Такая знаменитость. Это для города. Она вот в 70-м году тут вот на площади он был установлен. Иду я к паровозу. Хочу вам показать его. Ну, вот такие вот клумба привокзальная. Смотрите, какие цветы шикарные. Все, уже осень, они уже все цветают. Тем не менее, красиво. Вот эта скульптура возвышается. Уже отсюда мы ее увидим. Да, что-то видно. Ну и цветочки. Вот, друзья мои, подошел я к паровозу. Такой монстр стоит, конечно. Такие они ходили, монстры, раньше, по железным дорогам. Но, собственно говоря, техника отличная. Как памятник. Очень интересно. Может, кто-то впервые видит паровоз. Такие вот они есть. Такой громада. Покажу я вам его со всех сторон. Друзья мои, на привокзальной площади небольшой мини-рынок. Хочу вам показать цены. Вот смотрите, отборные грецкие орехи 250 рублей. Шикарные сливы 70 рублей. Виноград 120. Виноград 80. Кишмиш, поэтому он 80. И вот такие помидоры 50. Кишмиш 100, виноград 80, 70. Пожалуйста, две морковки здесь по-быстрому. А, не успею. Перец 150 рублей, нектарин 130. Вот такие вот цены у нас. В общем, довольно низкие. Сравните свои цены в ваших городах. Давай, давай.
Вот овощи. Посмотрите на цены на овощи. Перчики 30, лук 20, морковка 25, баклажаны 50, чеснок шикарный 200, свекла 25, капуста 20, вот это тоже капуста 60. Вот такие помидорчики по 30 рублей. Цены низкие довольно-таки. Вот посмотрите, друзья мои, какие шикарные цветы продают для милых дам. Красивые, красивые, красивые. Ой, какие. Даже не знаю, как они называются, но очень красивые. Цветочки, прелесть. А тебе такая вот там. Какие. Думаю, вам приятно. Вот это вот розы, думаю, да. Розы. Ну, посмотрели мы на цветочки. Вот такие вот грибочки продают. Вот это под березовики. Вот такие. Как же вот это называется? Рядовка. А, это рядовочки, рядовочки. Ну и, конечно, вот это опята. Вот у нас уже там, где я живу, вроде недалеко, 120 километров от Магнитогорска, они уже померзли. А здесь вот такие шикарные. Вот грузди. Очень чистенькие, хорошие. Так вот он. Посмотрите на грибочки. Ну вот и что грибочки показывают. Вот это вот рядовочки. Я их недавно встречал. Такие вот рядовочки. Ну это вот опятки. Ой, шикарные какие опятки. Надо все-таки приеду съездить. Может, найду где. Ну вот, друзья мои, посмотрели мы грибы. Ну вот такие вот дыни. Такие дыни, значит, стоят 25 рублей килограмм. И вот такие вот шикарные арбузы 15 рублей килограмм. Вот такие цены у нас на дыни и арбузы. Ну, друзья мои, показал я вам привокзальную площадь. Выглянуло солнышко. Пойдем дальше погуляем по этому красивому городу. Показал я вам цены на продукты, цветочки. Думаю, это было интересно. И вот такой вот монумент, скульптура рабочему. Идем. Вот, друзья мои, хочу вам показать вот такие старинные здания. Строились они еще в 30-х годах, наверное, до войны, ну или в начале 50-х. Такие старинные, монументальные здания. Смотрите, какие они. Потолки по 3 метра. Старинные, строили на века. Такие окошки интересные. Ну ладно, идем дальше. Вот еще хочу показать вам. Посмотрите, какие барельефы. Конечно, и звезда. Такие вот строили. Интересно, конечно. Вот. Че? Ну ладно. Показал вам. Самому интересно.
Надо, такая архитектура была. Вот хочу карниз вам здание показать. Посмотрите. Это же надо было такую работу делать. И стоит же, не осыпается. Вот умели делать. Что? Резьба. Здорово, конечно. Вот, друзья мои, заинтересовали меня вот эти, как их назвать, карнизы домов. Вот посмотрите, какие цветочки делали. Интересно, конечно, сколько труда вложено. Идем дальше. Вот, друзья мои, нахожусь я на улице Карла Маркса, пересечении Ленинградской. Вот такой интересный дом увидел с башенкой. Сейчас я вам его покажу. Для чего такие башенки делал, я даже не знаю. Ну, такие резные. Смотрите, какие окна. Интересные окна. Такая архитектура. Ну, вставайте со мной, идем дальше. Вот, друзья мои, пришел я на центральный рынок. Хочу вам показать вот такую экзотику, что там продается. Вот инжир. Вот это манго. 350 рублей одна штучка. Вот это тоже. Это виноград. Сейчас мне сказали, забыл, что это такое. Вот эти орешки я сейчас купил. Попробую. Макадамия. Как, девушка, скажите, что они называются? Макадамия. Макадамия. Эти орешки называются макадамия. Ну, думаю, будет это интересно. Такая вот клубника продается. Персики шикарные. Курма. Малина. Много разных интересных фруктов. Но я все снимать не буду. Просто вот ограничусь. Ну, друзья мои, закончилась наша небольшая прогулка по городу Магнитогорск. Вот сорока такая интересная. Ха, попалась мне, решил я вам ее показать. Ну, показал я вам город, архитектуру. Вот такие вот яблочки, ранеточки. Думаю, вам было интересно. Цены на фрукты показал. Что у меня, в общем-то, для себя удивительно. Грибочки. Ну, доволен я своей прогулкой. Не знаю, как вы. Интересно вам было или нет. Ну, спасибо, что посмотрели. Всем пока. С вами был Владимир. Всем мира и добра. Пока-пока.